Євросоюз не буде відправляти своїх військових в Україну. Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Борель. Ось такий казочний кінець. такий сказочний кінець. за його словами. Питання спрямування європейських військових в Україну для участі у бойових діях ніколи не було на порядку. денному. ми б вступили у війну, якби ввели війська. Але це вже точно не стоїть на порядку денному і ніколи не стояло, сказав Борель. Водночас дипломат наголосив, що в Європі вже почалось навчання для українських військових, під час яких бійці повинні опанувати західні танки. Для танків необхідно мати навчені екіпажі. Їхня підготовка уже почалась навіть у рамках європейської місії Євросоюзу у тренувальних таборах Польщі та полігонах Німеччини. Це не схоже на навчання водінню машини, і це вимагає тижнів дуже спеціалізованих тренувань, заявив Борель. Тим временем британське здання The Guardian сообщають о болітному подразделении українських добровольців, в батальйон «Братство», которое действует на території російської. Федерации Братство взяла интервью у трех бойцов батальона 23-летнего Тараса, 21-летнего Владислава и 39-летнего Алексея, которые сообщили о том, что задачи батальона является в первую очередь похищение э, российских чиновников, уничтожение ключевой военной инфраструктуры и уничтожение вражеской авиации на территории Российской Федерации. Ранее информация распространялась о том, что на территории РФ действуют э, партизанские соединения. Теперь мы видим, получаем подтверждение. Что действительно наши диверсанты осуществляют э, успешные операции в глубоком тылу противника, и, собственно говоря, они же наводят э, дроны, по всей вероятности, поскольку официально украинская страна никогда не брала на себя ответственность, я говорю, по всей видимости, наводят ударные дроны, которые уничтожают э, российские военные объекты и российскую авиацию глубоко в тылу, вдали от украинской границы. Но, еще раз повторю: это всего лишь версия. Журналистов украинское военное командование никогда ответственности за подобные удары на себя не брало. Тем временем мы видим, что первые танки Леопард уже начали поступать в приграничные с Украиной страны. В частности, на территории Польши прибыли уже первые канадские основные танки Леопард-2, которые в ближайшее время будут поставлены в украинскую армию. А Верховная Рада... Украина сегодня своим постановлением номер 8397 признала частную военную кампанию Международной преступной организации, следом за э, решением американского конгресса, а также ряда парламента других стран. Тем временем получил дальнейшее развитие скандал между Соединенными Штатами и Китаем с разведывательным аэростатом, который американцы сбили над Атлантическим океаном. CNN сообщает о том, что это может стать поворотным моментом в новой холодной войне. Решение Байдена не сбивать воздушный шар до тех пор, пока он не пролетит над Атлантическим побережьем, дало шанс республиканцам заклемить президента, готовящегося объявить о повторном выдвижении, сообщает телеканал CNN. Еще один из рисков, о котором говорят американские эксперты, заключается в том, что кризис воздушной аэростата может усугубить и без того напряженную ситуацию в Южно-Китайском море, а также вокруг Тайваня, который имеет гарантии безопасности со стороны Штатов. Возможное недопонимание, как пишет телеканал CNN, между капитанами американских и китайских военных кораблей, может перерасти в широкую эскалацию и даже войну. Издание Мировые и телеканал CNN также цитируют просочившуюся в СМИ записку американского генерала ВВС США Майкла Минихана, в которой он предупреждает о том, что Америка должна быть готова к войне с Китаем в течение ближайших двух лет лет. Это усилило ощущение того, что конфликт назревает и может быть неизбежен, заявляет американский телеканал CNN. Безусловно, рост напряженности международной в отношениях между Соединенными Штатами и Израилем с одной стороны, Ираном с другой стороны, а также Штатами и их союзниками в регионе Японии и Южной Кореи. И Китаем представляют серьезнейшие угрозы мировой безопасности. Если э, война с Китаем, о которой говорит ряд американских военных и экспертов, может разразиться в течение ближайших двух лет, война с Ираном, э, как об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, находится куда ближе. Все это безусловно, если это случится, отвлечет внимание от войны России против Украины, э, может негативно сказаться на уровне военной поддержки. И мы должны понимать, что безусловно. Украина должна быть заинтересована в том, чтобы в каждом из этих случаев, ни с Ираном, ни с Китаем, до войны дело не дошло, поскольку все это будет играть против нашего украинского интереса. Однако в наших руках мало что находится, мы мало можем повлиять на эту ситуацию, мы можем только пытаться как можно быстрее нанести поражение на нашей территории, на нашей земле оккупационным войскам Российской Федерации. Это будет возможно только в том случае, если союзники будут продолжать оказывать нам военную помощь, более того, усиливать ее. Пока все идет достаточно, я бы сказал, хорошо я не использую, скажу, оптимистично, достаточно оптимистично, я имею в виду в плане поставок техники. 441 танк, далее разговоры о поставке боевой авиации крылатых ракет. Одним словом, мы находимся в, пока в достаточно, ну скажем так, неплохой позиции, учитывая общее напряжение международной обстановки, обострение ситуации э, в отношениях между США и Китаем, которая очень резко прорисовалась и в котором, естественно, заинтересован Путин. Путину как раз-таки эти конфликты на руку. Он будет максимально пытаться разжечь сейчас конфликты между Штатами, Израилем, Ираном. Это, кстати, прекрасно понимают и в Вашингтоне, и прекрасно понимают в Иерусалиме. Они должны э -э, предпринять шаги для того, чтобы э -э, план России и ее союзников не сработал. Если война с Китаем выглядит более отдаленной, то война с Ираном, к сожалению, к сожалению выглядит куда более реалистично. Тем более, что Иран уже втянулся в войну против Украины своими поставками, теперь еще решением построить завод на территории российского, российской Елабуги. Поэтому мы должны как можно быстрее и качественнее работать с нашими, с нашими союзниками. Ну, собственно говоря, прорывы здесь уже происходят. Израильский трек начал работать, как мы видим, а американский работает достаточно хорошо. Потужна допомога від друзів у порту Чарльстона, що у північній Кароліні, почали вантажити понад 60 бронемашин М2 Бредлі для відправлення в Україну. Загалом Україна має отримати від Сполучених Штатів Америки понад сотню одиниць такої техніки. М «Бредлі» Бредлі це основна бойова машина піхоти армії. США. Бредлі озброєна 25-мм міліметровою автоматичною гарматою. Споряджений боєкомплект складає 300 с. Сна... В арсенале БМП, бронебійні, підкаліберні та осколково-фугасні боєприпаси. Стануть дешевшими безпілотники та приціли, що імпортуються з інших країн, звільнять від податку на додану вартість. Таке рішення на період воєнного стану ухвалила Верховна Рада. Відповідні зміни будуть внесені до податкового та митного кодексів. Автори законопроєктів очікують, що з провадженням нових норм можна буде запобігти дефіциту квадрокоптерів, прицілів та приладів нічного бачення для потреб українських військових. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.